Итак, дорогие друзья, всем доброго дня. Вы находитесь на презентации компании Incrusis, и меня зовут Антонова Юлия. Всех рада приветствовать. Я сама из города Челябинска. И, как вы видите, эта компания предоставляет возможность отправиться в круиз дешевле, круиз бесплатно и при этом еще и заработать, да, путешествуя. Ну, могу про себя сказать, что, знаете, я никогда в свою жизнь не путешествовала на круизном лайнере. Я только видела фотографии, я только видела какие-то ролики с этих лайнеров. И, конечно же, я удивлялась, как люди имеют возможность путешествовать. Я считала, что это очень огромные деньги, которые нужно платить. И, конечно же, мне очень сильно хотелось попасть на такой лайнер. И, о чудо, наверное, да, когда ты этого хочешь, в твоей жизни это приходит. И на сегодняшний день могу сказать, что я имею такую возможность путешествовать, отправляться в любую точку мира на таком лайнере вместе с нашим клубом Incrusis. Так вот, конечно же, те возможности, которые дает компания, они безграничны, потому что здесь на сегодняшний день люди, которые приходят, присоединяются в наш клуб и хотят путешествовать вместе с нами, при этом еще и бесплатно, заставляют очень многих людей, конечно, я думаю, когда они сталкиваются с такой информацией, задуматься о том, что как часто они путешествуют, а путешествуют ли они вообще, да, и хотят ли они путешествовать. Кроме этого, насколько большие, да, возможности открывает такой вид индустрии для каждого, потому что когда вы находитесь на таком лайнере, когда вы открываете для себя очень много городов, когда вы видите и знакомитесь с большим количеством людей из разных стран, когда вы видите культуру этих людей, когда вы плывете по морю на таком лайнере белоснежном, вы открываете для себя, наверное, что-то удивительное и загадочное, потому что вы находитесь в какой-то стране, вы своими глазами видите это все, и кроме вас, да, вместе с вами могут отправиться в такой круиз ваши близкие. Так вот, друзья, это очень, я считаю, уникальная идея, которая воплотила мечты людей в реальность. И на сегодняшний день вот факты о туризме, которые сейчас представлены, да, это 8 триллионов долларов индустрия. И я считаю, что, да и не только считаю, так оно и есть, это та ниша, которая еще не занята на сегодня. Поэтому, друзья, есть возможность сейчас прийти в эту индустрию, вместе с нами путешествовать и вместе с нами еще и зарабатывать здесь. Ну и, конечно же, вы можете делиться с этой информацией уже со своей семьей, друзьями и вашими знакомыми. Итак, что представляет из себя наш клуб, наша компания Incrusis? Ну, во-первых, скажу, что этот клуб является почетным членом Международной ассоциации круизных линий ВИА. И те круизные линии, которые здесь представлены на слайде, такие как MSC, Карнивал, Коста и другие. Вот именно на таких белоснежных красивых кораблях от каждой линии каждый месяц, друзья, да, более 5-6 тысяч людей за один круиз имеют возможность увидеть несколько стран, посетить достаточно много городов. И кто-то вообще может отправиться в кругосветное путешествие по миру на таком шикарном лайнере и быть вместе с нами в нашем клубе. Так вот, такие следующие факты приведены, да, то есть почему компания фокусируется только на круизах. Ну, во-первых, смотрите, на сегодняшний день круизный отдых занял первое место в списке всех видов отдыха. И при этом вы, когда путешествуете, как я уже говорила, вы видите своими глазами, и вы увидите намного больше, нежели в том месте, где вы проживаете, и при этом вы заплатите меньше. Кроме этого, это очень роскошный отель, который сопровождает вас всегда,
В этом случае вы, находясь на корабле, питаетесь 24 часа в сутки, и все эти развлечения, которые есть на корабле, да, а их просто уйма. Вы за один день, да, вы очень много хотите посмотреть, но вы не посмотрите, потому что физически просто невозможно, насколько огромен корабль и насколько много удовольствия вам предоставляется на этом корабле. Начиная от, допустим, театрализованных представлений, каких-то шоу, кроме этого скалодромы, там, я не знаю, тренажерные залы, да, то есть рестораны, кафе, ну, все, абсолютно все, да, я сейчас не буду углубляться, потому что откройте любой ролик на YouTube именно о путешествиях на лайнерах, и вы можете сами своими глазами это все увидеть. Ну и, конечно же, ваш комфорт, ваша выгода и ваша прибыль, да, то есть, когда вы плывете, это один из самых, я считаю, на сегодня больших удовольствий, которые может быть вообще на этом лайнере. Ну и не могу не сказать о нашем президенте, это Майкл Хатчинсон, который воплотил эту идею, да, быть таким большим мировым сообществом людей, люди, которые имеют возможность и путешествовать, и строить карьеру, и зарабатывать, путешествуя. И когда у меня спрашивают, так, какие гарантии, я, конечно же, говорю в первую очередь президенте Майкле Хатчинсоне, потому что это бизнес-коуч, это бизнес-тренер по ораторскому искусству. И сейчас, друзья, когда компания шагает просто ошеломительными темпами и развиваются города, открываются новые страны, этот человек, он находится на открытии любого города, на открытии любой страны, и вы имеете возможность соприкоснуться, быть очень близко с ним, да, познакомиться с этим человеком. И ну, просто это, конечно же, вот на сегодня для меня еще человек этот близко не знаком, да, то есть, конечно же, очень хочется познакомиться с ним и пообщаться вживую. Ну и давайте пойдем уже, собственно, к нашим возможностям. Как я уже сказала, компания Incruises – это все, что связано с круизами. И у нас на сайте их вы найдете более 5500 вариантов. Вы выбираете любой круиз от любой круизной компании и отправляетесь уже в путешествие с тем, с кем вы хотите, на любое время и в любую точку мира. Ну и для того, чтобы вы в компании могли путешествовать как минимум 2 раза в год. Кто-то путешествует у нас в году 4-5 раз, да, на круизе уже, как говорится, со своей семьей, со своими близкими. Так вот, друзья мои, компания, чтобы, так скажем, здесь была постоянная вот такая возможность путешествовать, да, и быть постоянным членом клуба, она вам говорит о том, что первый год своего нахождения в компании вы имеете возможность использовать 60% ваших круизных долларов. Второй год 70%, третий 80%, четвертый 90% и пятый год 100%. Круизные доллары уже вы можете полностью их, так скажем, выбирать для того, чтобы отправляться в круиз. Ну, и, конечно же, есть еще у нас стимул-круизы, которые находятся на сайте компании. Вы можете зайти, и если вы выполняете эти условия, они, эти круизы уже могут быть, любой круиз может быть вашим. При этом этот круиз для вас бесплатен, потому что партнерские условия, да, то есть мы о них сейчас еще позже поговорим с вами, и вы поймете для себя, насколько это реально и насколько для вас, за какое время вы можете сделать эти условия. Ну, друзья, смотрите, сейчас вот из этого слайда вы видите, что такое круизные доллары. Ну, это по сути, другими словами, нежели вот когда вы отправляетесь в отпуск, вы сами себе, да, копите деньги. То есть либо вы их откладываете каждый месяц, либо вы, не знаю, может быть, сразу сумму где-то берете. Многие люди, я знаю, берут
кредиты даже для того, чтобы отправиться куда-то. Здесь у вас накопительная система, вы сами себе откладываете в своем личном кабинете. Эти деньги у вас копятся, каждый месяц откладываете по 100 долларов. Эти 100 долларов у вас конвертируются в 200 круизных долларов. И что такое круизные доллары? Это запатентованные валюта, да, запатентованная валюта, будем так говорить, с помощью которой вы уже выбираете себе круиз и отправляетесь в путешествие. То есть, ну, такой пример. Если вы член клуба, да, вы путешественник, за 3 месяца вы накопили, вы отдали живыми деньгами, сами себе положили на свой счет 300 долларов, эти 300 долларов у вас будут давать 600 круизных долларов. И, друзья, если на сегодня вы, попадая уже в кабинет, смотрите круиз, я могу сказать, что в среднем такой тур у нас по Европе, да, на 7 дней в среднем, составляет именно где-то около 600 круизных долларов. Да, по сути, фактически это 300 живых долларов деньгами. Поэтому это очень дешевый вид отдыха. В нашем клубе дается абсолютно каждому члену клуба, то есть и соотношение 1:2. И, конечно же, я когда общаюсь с людьми, я задаю всегда вопрос, а хотели бы вы увидеть много стран путешествия абсолютно бесплатно, и как насчет того, чтобы во время круиза еще и зарабатывать деньги. И, как правило, люди, конечно же, хотят и путешествовать, еще и зарабатывать, и строить карьеру. Поэтому, друзья, вот 3 варианта входа в наш клуб. Когда вы присоединяетесь и можете быть просто путешественником, как я уже говорила вам, оплачиваете стоимость 100 долларов в месяц. При этом ваш круиз будет составлять уже скидку от 30 до 50%. Вторая возможность входа – это партнерская программа. Если человек говорит о том, что я не готов путешествовать, не хочу по каким-то причинам, говорю, хорошо, готов ли ты зарабатывать? Да? Приходи тогда в наш клуб как партнер, оплачивай стоимость 195 долларов. Последующий год уже будут оплаты 95 долларов. Ну и по маркетинг-плану начинай зарабатывать, приглашая людей на такую возможность. Ну и третий вид варианта входа – это член-партнер клуба. На такую возможность пришла я и приходят многие люди уже в этот клуб, потому как эта возможность вам дается и путешествовать, и зарабатывать, и строить карьеру, и развиваться как личность. Поэтому сумма 295 долларов, друзья, всего лишь, да, для того, чтобы вы имели возможность строить этот бизнес, бизнес под ключ. При этом все инструменты, которые необходимы здесь для работы, они есть, они готовые. И вы можете строить международный свой собственный бизнес. Я считаю, что это просто минимальное вложение, которое может быть вообще, да, потому что на сегодня, если говорить о традиционных каких-то вложениях в бизнес, да, это совершенно другие суммы. Ну и, конечно же, это самый популярный вход. И поэтому люди, когда слышат эту возможность, они приходят именно на эту возможность, ну и начинают свой старт. Вы знаете, когда мне рассказали мой партнер, который меня пригласил сюда, рассказал мне об этой возможности. И первый раз, когда я слышала о бесплатном членстве, честно, я не поверила. Думала, ну как это возможно вообще, да, в наше время вот так вот бесплатно. Какой-то сыр в мышеловке, как некоторые говорят. Но ничего подобного, когда вы разберетесь с маркетинг-планом, вы поймете, что действительно эта возможность есть, она есть и для вас, когда вам достаточно пригласить всего лишь 5 человек. 5 человек, неважно, член это пришел, путешественник или партнер, вы в любом случае за любое время можете пригласить эти 5 людей, да, своих единомышленников, с которыми вы хотите путешествовать. Кто-то это делает за 24 часа в сутки, кто-то делает за месяц, а кто-то, может быть, чуть больше, да, у разных, у людей разный старт. Поэтому
друзья, вот как только 5 человек вы пригласили, компания вас освобождает от уплаты членского взноса $100, и при этом вы свои круизы уже выбираете бесплатно. То есть вместо вас компания на ваш счет будет вам ежемесячно начислять 200 круизных долларов. Вот я считаю, что ради этого только стоит здесь быть и стоит здесь, да, приглашать и рассказывать об удовольствии. Потому что я честно, вот как есть, да, говорю о том, что я хочу увидеть вообще весь мир и показать своим близким. Кроме этого, по нашему маркетинг-плану вы получаете возможность вот таких вот бонусов и доходов. Смотрите, первые, значит, и доходы – это ежедневный, мгновенный бонус. Ну и не буду зачитывать, да, вы можете это своими глазами все увидеть, какие стимулы и бонусы у нас есть. Теперь поговорим об этом более подробно. Первый вид дохода – это называется мгновенный партнерский бонус. За каждого нового партнера, который к вам приходит, оплачивает сумму $295, вы получаете мгновенный бонус. Так вот, за одного члена, который вы пригласите, да, в календарный месяц, вы получите $50. Если это будет второй член-партнер, $60, ну и так далее. Вот сколько пригласите за месяц, столько вы и заработаете по этому виду бонуса. Пример. Подключите 5 и заработайте $350 США и плюс 250 круизных долларов в качестве продюсер-бонуса. Допустим, из такого примера, если вы в месяц пригласите 11-12 человека, то за 11 и 12 вы получите также $150 США. Я думаю, это все понятно. Вот как только календарный месяц закончился, открывается другой календарный месяц, и, соответственно, у вас точно так же по нарастанию будет за приглашенных людей, начиная с $50. Ну, я думаю, это очень понятно. Собственно, останавливаться на этом долго не будем. Кроме этого, второй вид начисления – это еженедельные матчинг-бонусы. Это, конечно, очень замечательный бонус, и многие приходят, и когда начинают очень активно продвигать наш бизнес, когда начинают активно говорить об этом, они имеют возможность зарабатывать и получать каждый свой понедельник, да, то есть видеть в личном кабинете уже заработанные деньги. Так вот, что это значит? Ну вот смотрите, допустим, такой пример. Я пригласила свою подругу, и моя подруга Лена, допустим, да, будем говорить так, она за неделю поработала активно, пригласила путешественника, то есть член, который дал ей 1 балл, и она пригласила 2 партнеров, которые дали в сумме каждый по 2 балла. Так вот, если посчитать, за неделю Елена поработала, в совокупности она достигла 5 активационных баллов за неделю, и эти баллы, они суммируются, да, то есть кто за неделю сколько пригласил, и, соответственно, Лена у меня зарабатывает в деньгах определенную сумму. Ну, допустим, вот как только я уже сказала, она сделала 5 баллов, да, то есть она получает деньгами, если пришел партнер, то она получает по мгновенной выплате 50, 60 и 70. Вот, соответственно, 60 и 70 партнер, как только присоединился к ней, значит, Лена заработает у меня, давайте будем считать, 60 и 70, это получается $130. Так вот, эти $130 автоматически попадают в мой личный кабинет. Да, то есть я поработала, я пригласила Лену, и Лена пригласила других людей. Так вот, друзья, это очень замечательный вид бонуса, который дает вам еще живых денег, да, именно возможность зарабатывать каждый понедельник. Следующий вид бонуса – это продюсер-бонус. Это когда вы подключаете 5 новых личных членов клуба.
как я уже сказала. И в этом случае компания вам начисляет уже 250 круизных долларов на ваш круиз, и вы уже накапливаете круизные доллары, также отправляетесь уже в свой круиз. Кроме этого, есть у нас резидуальный бонус, но, другими словами, это пассивный доход. Это когда с первой своей линии вы получаете по 5 долларов от каждого активного члена клуба. Ну вот так, давайте опять же приведу такой пример. Как только вы открываете бесплатное членство, да, и в вашей первой линии, то есть это ваши лично приглашенные люди, среди них находится такой же бесплатник, то есть который пригласил 5 человек, вот у вас с первой линии, да, все, кто есть, с каждого человека вашей команды будет начисляться пассив в виде 5 долларов ежемесячно. И приведенная табличка вот вам может показать, если команда в 30 человек, то есть в среднем вы будете получать ежемесячный доход в виде 150 долларов американских. Кроме этого, если команда, она в любом случае у вас начнет расти, да, то есть команда, как только будет 150 человек, это 750 долларов ежемесячно. Ну и так далее. Да, то есть 5000 человек, вот последняя цифра, и ваш доход 25 тысяч долларов ежемесячно. То есть вот именно эта компенсация выплачивается до 20 уровня. И, конечно же, она позволяет вам заработать сотни и, возможно, тысячи долларов ежемесячно. Я считаю, что пассивный доход – это именно тот доход, ради которого стоит здесь рассказывать, стоит вообще трудиться и строить карьеру здесь, в этом клубе. Ну и, конечно, мы дошли до рангов достижений. Это тогда, когда помимо пассивного дохода, вы, как только в вашей команде появляется 30 человек, вам компания присваивает звание маркетинг-директора, и ваш дополнительный бонус будет составлять 300 долларов. То есть, соответственно, ежемесячно это 450 долларов американских вы уже будете получать на свой счет. Кроме этого, есть звание сеньор маркетинг, да, выплата 1500 долларов ежемесячно, региональный директор 3750 долларов, национальный директор 7500 ежемесячно, интернациональный директор 15000 долларов ежемесячно, эксклюзивный директор 37500 тысяч долларов ежемесячно. И последняя ступенька директорства 110 тысяч долларов. Друзья, не могу не сказать о том, что уже на эту ступенечку у нас на сегодняшний день есть человек, который вышел. Это Ольга Ра, наша россиянка, которая за 2 года сделала такой шикарный результат и которая на сегодняшний день имеет огромное признание среди людей, потому что действительно, когда ты понимаешь о том, что чем ты хуже, когда ты делаешь для этого все необходимое, и когда ты находишься в числе этой команды, это действительно приближает тебя к своей цели. И люди, которые на сегодня находятся здесь, да, они многие, конечно же, стремятся именно к этой планке, потому что, имея такой уровень дохода и такой вообще уровень жизни, вида путешествий, возможности общаться с президентом компании, это очень дорогого стоит, и поэтому ради этого я здесь. Ну и, как я уже говорила, вы имеете возможность здесь еще получать стимул в программе «Стимул старт», когда за 2 месяца 60 дней, да, это получается, вы достигаете, делаете команду в 30 человек, вы можете это сделать даже с одним человеком, личником вашим, когда вы приглашаете. Если есть такой же результат, то ваш итог – это 1000 долларов США и 1500 круизных долларов. Вот. И вы в этом случае уже на сайте компании выбираете себе любой круиз, который там представлен, бесплатно.
Это, ну, я считаю, что просто такое, знаете, конфетка прям на блюдечке, да, которая дается абсолютно каждому, и абсолютно каждый человек уже, если он хочет получить такую программу, то он будет делать все возможное, чтобы достичь этого. Ну и, конечно же, те ресурсы, инструменты, которые вам даются здесь в нашем кабинете, это ваши реферальные ссылки. Ссылки, которые вы можете отправлять любому своему знакомому, своему знакомому, друзьям и так далее, и так далее. Да? То есть сейчас просторы интернета позволяют делать это абсолютно в любую точку мира. И когда вы можете людям об этом рассказывать, вы сможете строить свой бизнес на международном уровне. Кроме этого, вы получаете свой бизнес-кабинет, в котором есть и обучение, и все необходимые документы для этого, и все презентации. Даже, вы знаете, могу сказать, что ранее, когда я находилась в сетевой компании, нас не обучал президент. Здесь я имею возможность слышать презентации самого президента Майкла Хатчинсона. Это дорогого стоит, и поэтому, друзья, приходите, вместе с нами обучайтесь. Кроме этого, есть система рассылщика, система для рассылки приглашений, регистрации. Ваши визитки, они все в готовом виде уже в вашем личном кабинете, как только вы регистрируетесь. Ну и наша поддержка команды, когда мы проводим совместные вебинары, когда вы просто, находясь, не знаю, где, да, то есть вы можете на работе быть, вы можете в это время быть дома, вы можете там еще где-то, да, то есть если у вас есть под рукой интернет, вы выходите на вебинар, вы можете задать любой абсолютно вопрос, и вы слушаете ту информацию, которая дается, да, то есть вы познаете что-то новое для себя и вместе обучаетесь. Кроме этого, вывод денег. У нас компания платит своим партнерам с помощью платежной системы Pioneer и ePayments. И каждый раз, когда вы начинаете зарабатывать, все ваши доходы они отображаются в кошельке Incruzis. И у вас есть система оповещения, то есть вы все средства свои получаете именно через эту платежную систему. Ну и, конечно, друзья мои, мне очень хочется сказать, что действуйте сейчас, присоединяйтесь к нашей компании, становитесь членом, партнером клуба, оплачивая всего лишь $295. Получайте бесплатное членство, получайте пассивный доход. Для того, чтобы получить бесплатное членство, вам достаточно всего лишь найти 5 человек. И вместе с ними уже, может быть, запланировать свой первый круиз, как это делаю я. Сегодня уже, да, то есть находясь буквально третий месяц здесь, и поэтому это замечательная возможность, которую, я думаю, возьмет абсолютно каждый человек, если он увидит эту возможность для себя, если он захочет путешествовать на лайнерах, конечно, он будет здесь. И добро пожаловать в нашу команду круизеров. У нас очень замечательные наша поддержка, это наши спонсоры, да, то есть вы видите их на фотографии, это, я скажу об этом, это Светлана Ваганова, это Венера Попова, это Наталья Ананина, это Евгения Арсентьева, это девушки, с которыми я познакомилась впервые, когда получила первую вот эту информацию клуба, те люди, которые мне рассказали об этой возможности и пригласили меня в клуб. Я недолго думала, поэтому, друзья, добро пожаловать в наш клуб. Я очень рада, что были вместе со мной. До новых встреч. Все необходимые ссылки смотрите уже под данным видео и приходите в мою команду. До новых встреч, друзья!